Сотрудники галереи с нетерпением ждут встречи с саровчанами. Уже открыты для посетителей выставки и можно прийти на экскурсию. С 20 июля в художественной галерее возобновляются творческие мастерские для юных любителей поделок. Мы сами хотим участвовать в своих творческих мастерских, как никогда. 5 дней в неделю, ровно в полдень, юные саровчане будут мастерить игрушки и декоративные композиции. За каждым днем закреплена определенная тема, но поделки будут разные. По понедельникам в мастерской будут делать ветроходы. По вторникам у нас будет зебра из серии «Единорог». Это так вот необычно, но мы делаем веселый, тоже движущийся зоопарк. У нас вообще мобилей в этом году будет достаточно много. По средам в технике объемного моделирования ребята займутся изготовлением цветочных композиций. Четверг – пиратский день. А в пятницу они будут делать говорящего крокодила. Творческая мастерская в художественной галерее будет работать до конца августа. Чтобы записаться на мастер-класс, нужно позвонить по телефонам 702-87-664-09 или 702-94. Могут прийти семьи. У нас маленькие пока группы. Вот на сегодняшний день количество в группе ограничено 5 человеками. Все наши участники, и мы в том числе, должны быть в масках. На первом этаже для обработки рук приготовлены санитайзеры. Во время занятий дети сидят на расстоянии друг от друга. На пробное занятие пришли всего 2 девочки. Они делали поделку «Ветроход». Яркие полоски из гофрированной бумаги забавно разлетались от дуновения ветра. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.